Всем привет, ребята, с вами я, Чернила Т. И сегодня мы продолжаем играть в The Last of Us. Один из нас. Первая часть. Все, продолжаем, идем к Томми. Нам бы еще патрон на другой, хотя у нас есть этот каратыш. О! Сделаем сейчас лезвие. Потому что у меня. Вот, чё. Вот, видите. У меня еще это. Самый хороший. Ну как самый хороший? Вот это гидроэлектростанция. Гидро кто? Электростанция. Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. Опа, уже завтра, что у нас будет новый пистолет с прицельчиком. Что-то мало боеприпасов. Возьму вместо... Нет, тебя я оставлю. Вот вместо тебя возьму вот тебя. И сделаю себе нож. Бились ты? А как нам на вторую? Здесь мы не придем, потому что есть течение. Типа вот. А где Эликс? Да. Ти. Делим. Я, она что-то говорила там и все. О. И чё? Жди здесь. Что-нибудь придумаю. А, ну так, ну давайте. Нам надо самим как-то подняться. А, вот по этой. Поднимись. Ладно, не хочет. Ну, я помню, что сейчас доску надо найти, потом Элли на ней прокатить. Только где эта доска? А, вот она, походу, я ее, походу, видел. А нет, показалось. А дальше не могу, да? А спроса, а что нам делать? Хочу тогда спросить, что мне делать? И где Элли снова? Элли тут стоит. А надо что-то придумать. Я могу вот так пройти. А дальше-то я не могу.
а туда не могу попасть, потому что не могу. Туда надо Элли попасть первым. Сначала, чтобы там туда Элли прошла, да, сначала. Есть подсказка как-то. Фоторежим только. Это как? Капец, все сложно. Я так пытаюсь осмотреть. Скорее всего, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Только... Нет, не знаю, что делать. Да, вернись ты. Давайте вырубим пока. Скорее всего, я знаю. Скорее всего. Значит, давайте попробуем сами туда попасть. То есть перевечим Элли. Но здесь нет. А здесь уже бессмысленно, да? А типа, если честно, что нам делать, я не понимаю. Чё? Поднимите. А-а-а! Блядь! Я забыл, что я могу под воду идти. Значит, нам надо войти, чтоб... Хоп. Я чё, знал, что так? Так, Элли, тебе нужно... Знаю, встать на грёбаный плот. Пошли, пошли. А нам обратно плыть. Дай быстрее, чтобы она не успела. Давай, попробуй. Ну, я вперёд жму. Осторожнее с этой штукой. Мы команда. Ага.
А что если опять не дал, а вот просто ушел? То убью, находился на блок, на блоке. Такая маленькая могила. Я забыла оставить робота на его могиле. Что мне с ним делать? Элли. Что? Я хочу поговорить об этом. Нет. Почему нет? Сколько раз будем это обсуждать? В жизни разное случается. Что поделать? Просто... Хватит уже. Ты прав. Извини. Идем к Томми. Мне так родился на блок, на блок. Еще сегодня музыки переслушал. Пока с другом играл. Не будем зря тратить время, пойдем в реальный Томми. Выберемся отсюда, тогда я о еде подумаю. Так если кто-то помрет голод, то уже все, уже никто не виноват. Обойти не получится. Пойдем через... Стучи! А ну стоять! Пусть девчонка опустит оружие! Ну! Элли? Делай, что говорят. Вот, наконец, встреча, братья. Ладно. Вы что, заблудились? Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои. Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Томми. Охренеть. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Ну, покажись хоть. Да, ты постарел. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. Мэм, спасибо, что не палили. Было б неловко пристрелить своего деверя. Рано или поздно нас всех окрутят. Ты такой деверь. Да. Не твоя мать! Ублюдок родился на блок, на блок! Сука. Это долгая история. Идемте все под крышу. Сейчас, Аня, это хотя бы... Да. А хотя... Голодные? Ужасно. Я такой, ой, блин, сейчас пристрелю нахуй. Я люблю мясо людей. Что-то странно, что-то мне не знаю. Хотя я уже знаю. Это свои. Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина на... О, здорово, лошадь. Было. Мы снова ее запустим. Не может быть. У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне. Извини, я сейчас. Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. И кунь такой. Вот. А мне похуй. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, на, по жопе. Может, еще, хочу еще. Эрл? Да? Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Понятно, давайте, мама, открывать дверь. Проходим. Давай. Мария. Слушай. Мы в зале управления. Сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией, поешь чего-нибудь. Джоэл. Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет Томми, ждите. Пошли. Ля, нам модно одета.
Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю, а кажется, прошла вечность. Неделю только. Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе. Ой. Почти все наше добро пропало. Он еще фотку даст. Кроме этого. Блядь. Вот. Вполне нормальное, хоть и выцвело. Блядь, а рука пиксельная. Не надо. Надо, надо, надо. Точно, а чё? Сказал же. Хотя, ладно, наоборот, ему хуже будет. Оставлю себе. Томми, надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем. Да без бы. Значит, пошлите. Почему оружие у меня не целится? Сейчас бандиты будут. Смотри, он туда идет. А я сюда пойду. А что ты на это что-то слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец... Что 20 семей? А, людей. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда потом. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Совсем как Марлин. Идите быстрее, понимаете? Привет. Это Бакли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. Да ухо. А это банки из-под газировки. Очень сильно на ухо было похоже. Такой, думаю, у кого черное ухо. Типа реально прям черное. Если мне сейчас собака начнет лаять, я не знаю, что сделаю. Я так не говорю. А ничего. Ставлю миллион баксов, заработаю. Ага. Дымовый бомб лучше, но ты не знаешь, здесь бомб. Им просто нужно приладить. Спокойно. Это вот эти вот. Вот, вот эти. Она заработала, ну, на пару секунд. Готово! Готов? Давай, жми. Я уже вниз. Работал, повезло. Отлично. Кто-нибудь, сообщите Марии, пусть пора. Потрясающе. А ты проспорил 2 миллиона. Ладно, Джо. Поговорим. А вас тут немало. А, серьезный разговор. Получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне?
Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она при мне вдохнула столько спор, что хватило бы десятерым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где... А тебе меньше! Пиздит, блядь. Много не надо, Томми. Дай пиздит. Дай постой снарягу, и я отправлюсь в путь. Взял, что я соглашусь. Я ради себя, Томми. Ради твоих парней. Тебя, блядь, сейчас отпидим, нахуй. Я семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше б я сдох. Ты чё, блядь, уебишь? Тебя уебать ног? Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да... Что это за хрень? Черт, на нас напали. Что, убивать не разучился? Нет. Нет, научился. Нет, только научился. Бандиты! Вот, суки. Нет, я не дам его убить, я не дам его. Ах ты, сука, блядь. Это, блядь, был мой нахуй, блядь. Я не бухто, блядь, он мне, блядь. Вот чё, суки. Пизда, блядь, вам. Ублюдок родился на блоке, на блоке. Лови бандура. Перезарядку. Живи, чел, нет! Живи, 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 живи. Я не дам, тебе. Чел, ты живой? Хорош! Нет, там наш! Умирает, тихо! Прыгай, 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 прыгай! Бля! Нет, нет! Блядь, уёбище! Ну, блядь! Надо всех спасти, тихо. Надо оставшихся спасти. На. Повезло. О! Тихо, лечимся. Они хотят проникнуть внутрь. Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Эй, прячься. Проклятие. Это не проклятие, это бандит. Я топор нашел. Все. Почти. Сейчас бы хорошо залетело от этого лайбан. Ты
ублюдок родился. Все, лови бан, дура. Куда ты заныкался? Тебе конец. Не хочу топор просто тратить. Кого? Эй, ты чё такое? Ты чё, блядь, охуел? Я тебя ща ебану, блядь. Ублюдок родился на блок, на блоке. Перезарядочку делаем. Ну, понеслась! Побереги! А чёрт! Что, блядь, охуёвый бегает? Живой Авахи. Прикончили гадов. Вот все новое оружие. Да, я бегу. Вот это балдежно. Опа. А вот сля просто. Их нажму. Нет, надо именно посветиться. Ну чё, балдин? Госмуф, один прайс, прайс, не раздевайся. Куч пин. Йортом. Мой. Че я-то иду? Где сам? У нас один. А это Элли. Еле отбились. Я вообще сдох один раз. Так что не еле отбились, а еле-еле отбились. Они бросились со всех сторон, а Мария такая, всем бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Не для сейчас, нахуй. Ну-ну. И что с того? Одна.
Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Ты чего хочешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Если с ним что-то случится, если с ним случится, так что виновата ты, уебище. Она беспокоится. Да, я знаю. Бля, как тебе я не ебу какая-то песня на свете. Который, блядь, ублюдок родился на блоге. На блоге. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Анимешники, блядь. Вы анимешники. Джоэл! Что такое? Скажи. Девчонка только что увела коня и смотрит. Чё, блядь? Ё-моё, куда? Пошли. Чё, хуило, блядь? Она только что ускакала. Вернись назад. Хоть убраться поможешь. Ладно. Тихо. Осторожно. Вон. Да. Там следы. Ну? Так, все, грациозно. И сейчас можно говорить, потому что такая песня идет, типа, которая задает задумываться. Вот упрямая. И часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Потому что ублюдок родился на блоке, на блоке. Сейчас олень прыгнет с объемного. Я вторую хотел купить, но я не купил. Вот не знаю почему. Сюда она не пошла. Пошла. Вот сюда вот здесь поворот. Элли, чем ты думаешь? Жопой. Ну не надо писать мне сейчас, понимаешь, это не вовремя. Вот хочу себе ПК. Прям такой балдежный. Прошу, чтобы сидеть, кайфовать, а здесь ничего нет. Назад, назад, назад. А куда здесь? А вот здесь, фух, еле-еле нашел. Да тихо. Сколько их там? Чё ты ебан, блядь? Хренища. Обойди их, я прикрою. На нахуй. Сказал, что меня зарежет. Я думал, как мне кто-то начал бежать. А ты что, зарежет? Тебя, гнида. Я придумал, ко мне бегут. Знаешь, самое плохое, когда они тебя видят, а ты нет. Но это случай не про меня. Здесь кто-то очень близко. Надо его было захватывать. Ты за все ответишь. А вот кто у меня стреляет. Давай. На. Я этого не хочу убивать.
Тихо. Фух, повезло. Раз. Амбер топ огненная девочка. Не знаю, почему это вспомнилось сейчас. Раз. Два. Усень бошку. Вот там где-то кто-то был, ну здесь. Я просто не хочу топор тратить. А ну вот этого придется. Где-то тут, я знаю. Я лучше вслух, и где? Где этот абортыш? А вот он там. А, он сзади! Чтоб топор не тратить. А дальше бежать придется. Или за конями. А конь не убежал, не это, не ускакал. Идем к лошадям. Хорош. А лошадь-то умная здесь. Понимает, куда не надо лезть, куда надо лезть. Но. Следы ведут сюда. До нее не доберутся. Ну типа подумай, логичный человек из города.
да, родного Брюса, или как там, приехал к тебе за очень много километров и сказать то, что вот эта девочка, она не болеет, короче, она, у нее иммунитет. Ну, я поверил. Смотри, Уранчо, это наша лошадь, она должна быть там. Не звонит. Вроде никого. Сколько? Сейчас, секундочку. Тут... Ну и на этом... И на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи всем. Пока-пока.